Аквалоу 5 ноября 2016 года. Это мой номер, в который я въехал вчера. 10:30. Сейчас утро, 9:20. Смотрим, что у нас за окном. Так, я в третьем корпусе. А море вот там. Смотрим на море. Чего там у нас такого? Ну, ничего такого особенного на море пока нету. Так, сейчас схожу в зал. Посмотрю, как там идет подготовка. Отмечают 70 лет Пушкову, гроссмейстеру ростовскому. Сегодня встретил Гривцова, исполнительного директора Ростовской областной шахматной федерации. Он сказал, что они с Галкиным приехали. Ну, вот посмотрим, чего там. Так, ну вообще на улице достаточно тепло. И это уже приятно.